Всем привет, земляне! У меня сегодня что-то заполошный денечек получился. Прибежала я с улицы, дверьками похлопала, холодильником похлопала, все шкафчики проверила, аппетит я нагуляла. А кушать-то у меня особо и нечего. А думаю, что-то такого по-быстрому сварить, незамороченного, как всегда. Смотрю, банка консервов есть. Вспомнила, что давненько я не варила суп из консервов. Вот такая вот сайра у меня со светофора. А, нет, я сейчас навру опять же. Ой, ну я и врушка стала. С фикс прайса. Вроде как сколько-то, 55 рублей что ли стоит. В общем, не помню уже. Вот быстренько картошечки нарезала. Вот морковки настругала. Лучок вот уже поставила жариться. Вот сейчас буду обед готовить. Да еще горчичку свою сделала. Вот она стоит у меня, настаивается. Так что сейчас будем быстренько варить супец. Супец, холодец. Про горчицу говорила, холодца захотелось. Да я бы сейчас слона, наверное, съела. Ну а вот пока будем супом рыбным питаться. Так, я люблю, конечно, чтобы морковка просто вот так вот плавала. Не люблю ее тереть в супы, а вот так вот порезать брусочками. А лучок вот, да, лучок я люблю жареный. Поджарю до золотистости и потом в конце добавлю. Так, ну, готовим. Хочу рис еще добавить. Рис, вот картошка. И все. Кстати, рыбка вот такая хорошая, да? Вот такие кусочки-то. Ну, жидкость я слила. Кто-то разминает ее. Делает вообще как фарш, туда добавляет суп. А я вот целиком хочу, чтобы порционно вот в тарелочку положить рыбинку. Так что вот. Так, ну вот, супчик у меня уже рыбный почти готов. Все туда положила. Рис. Картошечку, лучок немного поджаренный. Вот такой я люблю цвет у супа рыбного. И никакой другой. Не люблю, когда это масляно-морковное, оранжевое пятно плавает по всей кастрюле. Вот. И такой постненький получается. Вот кусочки рыбки там плавает. А, добавила я еще вот такой вот приправки. Вот чуть-чуть. Как всегда. И вот думаю, что сюда вот, конечно, петрушка просится. Но просится-то просится. Но мы ее не хотим сюда пускать. Опустим мы сюда. Вот есть у меня замороженный укропчик. Лучше я укропчика. Чуть-чуть. Чуть-чуть вот так вот. Ну, можно еще. Чтобы не переборщить с этой зеленью. Тоже не люблю, когда все плавает там зеленые. Вот такие вот рыбки. Как раз вот нальешь и порционно кусочек положишь. Перчику потом еще добавишь. Хлебушка с горчичкой. В общем, вкуснотеево. Так, ну вот, 3 минутки сейчас немножко, чуть-чуть даже. Вот так схватится. Можно даже уже выключать газ. Вот, и будем кушать. Ну вот, приготовила. Приступаю к трапезе. Порезала здесь лучку вот такого красненького. Свой лучок семейный. Что-то захотелось. И вот горчичка. Попробовала я тоже эту горчичку. Сначала намазала очень круто. Но откусила, у меня аж слезы выпали из глаз. Так что заходите ко мне в гости. У меня есть рецепт приготовления горчицы. Очень-очень-очень вырви глаз. Так, ну вот супчик рыбный. Вот такой вот там. Натюрморт. С рисом варила. Морковку резала. Вот такая рыбка. По желанию можете добавить сметанки, майонезу. А, бросила еще парочку лавровых листиков сюда.
Очень быстро. Сейчас буду кушать. Мукбанга не будет. Так что всем приятного аппетита. Заходите ко мне в гости. Накормлю супчиком с горчичкой свежеприготовленной. И будет нам счастье. Ну, всем пока. До встречи. Приятного аппетита.